Приветствую, друзья! Снова с вами я, Саша, в нашем флагманском магазине компании Кейс. Я сегодня решил, что этот ролик посвящу только одному бренду – сумкам от американского производителя компании TomTok. Многие мне все предъявляют, говорят, вот, Кейс ушел из России, все плохо, такая была хорошая компания. Но как она была хорошая компания? Она хорошая компания только из-за того, что вовремя успела зайти в Apple Store, и там начала продаваться миллионными тиражами. Все. Да, у нее качественные материалы, да, у нее хорошая фурнитура, да, у нее отличная подкладка, у нее куча преимуществ и много-много всего. И у нее только один недостаток – цена. Большая цена, и второй недостаток – ушла из России. Все. Но нет худа без добра, как говорится. На ее смену пришел другой производитель – TomTok. Компания моложе. А что значит моложе? Моложе – это надо… Компания хочет максимально произвести впечатление потребителя. Значит, поменьше хочет заработать и побольше дать возможности будущим покупателям. Вот. И что нам компания TomTok дала? А дала она прежде всего большой функционал, новые технологии, новый дизайн. Это у нас серия называется TomTok Recycle Collection. Чтобы произвести этот сумку, потребовалось переработать 8 бутылок. Здесь у нас есть веганская эко-кожа. Есть ручка, которая прячется в корпус сумки. Дальше есть два кармана. Давайте откроем, посмотрим, что там есть. Есть нитка, которую забыли убрать. Вот это, конечно, сразу можно за эту цену снижать. Но это не главный недостаток сумки. У нее нет больше недостатков, кроме вот этой нитки. Поверьте мне, я знаю, что говорю. Здесь есть дополнительный карман раз, и здесь есть дополнительный карман два. Кроме того, есть петелька для ключей три. Все эти карманы обшиты тканью специально, чтобы даже всякий шлак не летел с улицы, не летел всякий мусор. Здесь есть основной карман для ноутбука. Вот он. И что мы здесь видим? Видим ремешок для плеча. Это раз. И два. Вот это. То, что это делает сумку поистине уникальной. Здесь бархотка. Это то, что удорожает максимально производство и удорожает себестоимость товара. Кроме того, есть соты специальные, которые амортизируют удар. И производитель дополнительно позаботился о вашем будущем девайсе, зашил сюда специальный бампер. Corner Armor Technology. То есть такую внутри зашили подушку силиконовую, которая при падении максимально амортизирует удар и предотвращает сколы, вмятины и другие травмы вашего ноутбука. Вот за это этот бренд вошел прям в массы. Когда человек купил TomTok, он сразу забывает, что был такой бренд InCase. Ни один InCase не позволит себе вот это. У них просто не хватит денег, они разорятся. Вот эта сумка, которая сейчас пользуется бешеной популярностью. И если вы до сих пор не знали про TomTok, фатальная ошибка. Давайте посмотрим другую коллекцию этого замечательного бренда. А у нее очень много продукции, поверьте мне. Я даже не стал брать ее всю, потому что 3-4 коробки. И даже негде ее здесь развесить, к сожалению. Если мы этим током развесим, у нас никаких других брендов не останется. Все это есть на нашем сайте и на нашем складе вон там вот. Вот, допустим, более простая сумка от TomTok, Versalit. Что мы получим в самой простой сумке? Получим все то же самое. Бампер по периметру. Получим японскую фурнитуру 2. То есть во всех сумках TomTok, чтобы вы понимали, везде используется качественная и самая дорогая фурнитура в мире ЕКК. Что мы здесь видим? О, ничего себе, новая сумка. Видим грязь, пятно. То есть я ее распаковал, это не какой-то там возврат, смотрите. Видим пятно. На самом деле не в пятне дело, а в защите. Смотрите, вот этот как раз ободочек обшит по периметру сумки. Здесь вот такой шилдик стоит. Corner Armor. Здесь у нас для ноутбука дополнительная застежка, для того, чтобы он не трясся внутри по периметру. То есть положили сюда ноутбук, застегнули его вот так вот. Все, и можно не переживать, что он будет трястись. Дальше вы его бросили и поняли, что ничего с ним не случится. У вас дополнительно защитит бампер. Там мы увидели ниточку, здесь увидели пятно. Что же мы увидим в другой продукции это данного бренда? Это единственное, за что можно поставить минусы. Все, а больше здесь минусов нету. Те, кто найдет другие минусы, пожалуйста, предъявите мне их в комментариях. Ручку здесь также спрятали и обшили эко-кожей. Есть и другие вариации цветов. Давайте вот я вскрою. Вот этот цвет пользуется бешеной популярностью. Красиво выглядит. Смотрите, как они обыгрывают, да, сочетание цвета со вставкой эко-кожи, с фурнитурой. То есть они еще и к дизайну относятся достаточно с уважением. Вот здесь мы видим, да, вот эту вот ткань внутри. Ткань не просто вот как мы CG Mobile рассматривали, где обычно такая ткань, дешевая. Здесь она с такими вот вставочками написана TomTok, как у дорогой рубашки, как у дорогой, собственно, как у InCase. Там тоже будет такая же, точно такая же ткань и написано InCase. Здесь дополнительный шилдик TomTok, кармашечки, наключник обязательно, как у других сумок. Просто бомба. Вот я открыл один карман и уже понимаю, что вот это то, ради чего стоит чуть-чуть доплатить и получить качество. И здесь что мы увидим? Все-таки многие. Пятно. Давайте посмотрим, есть тут пятно или нет. Здесь пятна нет, мы видим Corner Armor по периметру и, собственно, вот это вот соты, все вот это вот то, что обезопасит максимально наш ноутбук. Посмотрите, какой просто дизайн, его даже в руке приятно держать.
Ну, просто приятно. Даже не то, что приятно, с ним просто не стыдно идти по улице. Компания выкладывается на все 100 и получает, возможно, там свои 5% с этой сумки, но зато она сейчас покоряет мир. И пока компания покоряет мир, надо этим пользоваться. Когда компания InCase выпускала свои первые бренды, там тоже было и это, и то, и пятое, и десятое. А сейчас они максимально упразднили все, удешевили и получили то, что имеем. Пока компания идет семимильными шагами по миру, она будет максимально и в ущерб себе делать для вас приятные ништяки. Я не буду сейчас рассказывать про всю продукцию компании «Ноток». Поверьте, она очень большая и безграничная. Просто сделаю акцент на тех моделях, которые пользуются бешеной популярностью. Вот мы сейчас рассказали про модели с ручками, да, как кейсы, которые можно носить на плечах, собственно, как чемодан. Различные их вариации тоже представлены на нашем сайте. Можно и горизонтальные, и вертикальные там модели найти. А давайте проговорим про те модели, которые, собственно, люди покупают, когда у тебя есть чемодан, когда у тебя есть рюкзак. И вот одна из таких моделей называется Defender. Defender подразумевает как защита. Такая сумочка, напоминающая нам InCase, но тут все тот же материал компании TomTalk, который не боится ни царапин, влагоотталкивающий. К дизайну отнеслись, да, вот эти вот фирменный логотип в салатовом цвете, сочетание с синим цветом. Это одна из самых дешевых моделей, и все равно она здесь вот обшита тканью, да, чтобы шлак не летел. Фурнитура ей стоит японская, причем здесь уже не такие застежечки, да, там серебряные, а вот написано просто TomTalk. Нигде ни одного слова про Японию не указано. Но мы здесь вот шилдик открываем, да, и здесь вот написано ЕКК. То есть на всех продукциях компании TomTalk будет обязательно японская фурнитура ЕКК с пожизненной гарантией. Пятен нет, уже хорошо. Все то же самое, что и в других продуктах этой линейки, да, вот этот Corner Armor по периметру, соты, дорогая ткань. Просто приятно, то есть покупая ноутбук, вот как мне тут клиентка пришла, говорит, слушай, советы сумки. Я такой, да вот это вот, сколько стоит? Я говорю, 1000 дисплейный. Вот так мне говорит, в смысле, что ты цокаешь? На Валберес 300 рублей. Я говорю, что 300 рублей? Сумка стоит 300 рублей. На Валберес что за сумка за 300 рублей? Ну, там обычная сумка, там, я говорю, ты вот купил ноутбук за 250 тысяч рублей. Ты вроде как думаешь о ее безопасности, пришла к нам в магазин специализированный. И тут мне начинаешь цокать и говоришь, на Валберес сумка 300 рублей стоит. Это такая, та сумка, которую ты получишь, поймешь, что ее надо выбросить просто. Продукт не может стоить ниже своей себестоимости. Вот себестоимость нормальной сумки там в Китае рублей 700-800. Я сейчас вам покажу рюкзак, который стоит 700 рублей. Он у меня есть. И вот после как раз для тех, кто досмотрит ролик до конца, и мы с вами прям посмотрим, что в себестоимости в Китае стоит 700 рублей. У компании TomTalk все продукты идентичны вот этому. То есть это все обязательно будут использовать дорогую ткань, дорогую японскую фурнитуру, дорогую подкладку, дорогой бампер. И все это ради вас, ради любимых клиентов, чтобы ваша продукция была в целости и сохранности. И пока компания шагает семимильными шагами по всему миру, и старается работать в убыток ради того, чтобы вам работать в плюс, покупайте ее продукты, пока, собственно, она их не ухудшила. А теперь для тех, кто этот ролик досмотрел до конца, небольшой сюрприз, что вы получите за 750 рублей на любимом маркетплейсе. Итак, рюкзак Package. Значит, та компания, которая нам их поставила, она говорит, ребят, только цену не занижайте, у них РРЦ 1990, не смейте продавать ниже. Я посмотрел закупку. 850 рублей. И решил вот, типа, вот, поставить хотя бы 1500, чтобы не так той компании, которая нам их поставила, было обидно. Потому что их цена рублей 300, наверное, 400. То есть в заходе он 800 рублей в Россию поступает. В Китае, наверное, стоит рублей 300-400. Вот эта компания набросила свои 100%, продала его нам. И попросила ценник, у него должен быть на полке 2000 рублей. И ни копейки ниже. Материал так себе. То есть неплохой, не хороший, среднего качества. Материал бюджетный. Получим вот такой вот разъем дополнительный. Но это не разъем, а силиконовая заглушка, там вот просовывается провод USB обычный, и здесь он выходит, и можно спокойно заряжать аккумулятор. Из приятного это все. А, ну еще вот эту подкладку получим, чтобы ваши плечи не уставали. Здесь уже никакой защиты для спины не будет. А дальше уже сразу в глаза бросается все остальное, что, собственно, можно предъявить производителю данных рюкзаков. Вот эта вот строчка. Ну что это такое? Вы когда последний раз такую строчку видели? Вот здесь просто нитками человек взял ручной, и вот так вот обшил. Вот эта прям строчка видна. Здесь он просто... Обычно все дело хотя бы прячут. Нет, здесь вот все на показ. Здесь видно, что вот это все уже исходит дерьмом. Новый рюкзак. Вот эта ручка, скажем, металлическая. Это обычный, значит, пластик, покрашенный серебром. Никакого металла здесь нет. Никакой японской фурнитуры здесь нет. Здесь самые дешевые стоят. Никаких вот этих обшитых молний, чтобы всякий шлак не летел тканью, нету. Нету силиконовой прорезиненной основы. Открываем. Что здесь имеется? Здесь имеется стандартная подкладка. Кстати, не такая уж плохая. Добротная.
да, как у CG Mobile, но не брендированная, ничего такого сверхъестественного нет. Здесь вот так начинаешь копать, просто вывернул наизнанку, что мы здесь видим? О, кроме неприятного запаха, мы здесь вот видим нюансы, которые даже производитель не скрывает. Здесь вот даже видно, как это все дело прострочено. Но она просто выползла, она просто выползла. То есть никто над качеством здесь не работал. Здесь можно даже вот этот рюкзак сейчас разобрать. Вон там уже подкладка видна. Но начинка при этом приятная. Я бы не сказал, что она там вызывает отвращение. Нет, она хорошая. В отличие от того, как он здесь проработан, да, что нитки торчат, что этот подклад, что, короче, этот рюкзак – однодневка. И цена его должна быть не дороже, там, 500 рублей на полке. Есть отделение под ноутбук с зажимом, но никаких вот этих бархоток, ничего этого нету. Ничего нету вообще. И мы этот рюкзак дальше будем сравнивать с Югрином в следующем ролике, как пример качества. Ну, здесь вот нитки все болтаются, смотрите, но новый рюкзак. Ну все уже, вон. Вот как раз даме показать, которая мне цокала здесь. Вот так вот, когда получишь за 30 рублей, не забудь так вот пальцем туда потыкать. Вот так поделать. То есть он у меня уже в руках, я не успел его купить, он у меня уже развалился. Но это вот для тех, кто хочет что-то получить подешевле. Нет, ребят, подешевле вы получаете, к сожалению, качество совсем низкого уровня. Вот видно, как они здесь прошили. Шили вот эти вот ручки с внутренней части. Ну кто так делает? Ну, скажите мне. Это прям... Ну, конечно, скажут, это ручная работа, ничего не понимаешь, это ручная работа, которая стоит дороже, чем фабричная. Да нет, это подвальная работа, которая в Китае очень низко оплачивается. Но здесь нет качества. Они сделали специальный рюкзак так, чтобы он быстрее развалился, и вы купили себе новый рюкзак. TomTok об этом так не делает. То есть вы сумочку купили лет на 10, и с ней будете ходить 10 лет. И 10 лет она прослужит. Они здесь заявляют, что здесь пожизненная гарантия на фурнитуру, а ткань тоже можно дать пожизненную гарантию, пока вы сами ее не порвете. Покупая вещь за цену, которая ниже ее себестоимости, ничего хорошего вы точно не получите. Возможно, на какую-нибудь распродажу вы наткнетесь, но это чисто такое везение будет в жизни. Мы обязательно рюкзак сравним с Югрином, который стоит всего лишь на 1000 рублей дороже, чем этот. На 50%, так сказать. Но оно того стоит. Пока.